сейчас мы будем делать овощной салатик. Нарежем огурчиков и помидорчиков. У нас огурчики, грибок и красивые красные помидоры. Сейчас мы помним. Начнем с помидоров. Вырезаю вот так серединки, потому что они обычно жесткие. Вот такими маленькими дольками. Режем помидоры. Кладем в тарелочку. И также продолжаем. Второй помидорчик режем, также из него вырезаем серединки. Вот таким образом. И также нарезаем маленькими такими кусочками. Ну, этот помидорчик и так маленький, его сильно резать не надо. Теперь этот помидорчик пока отставим, порежем огурчик. По-моему, достаточно.